От улицы Новой здесь только одно название. Все остальное по крупицам собрано с других дорог Рязани и области. Те же выбоины и ямы, которые ремонтируют точно так же. Улицу Новую, что в поселке Конищево, по словам местных жителей, отремонтировали всего несколько дней назад. Правда, качество такого ремонта ничем и не отличается от дорожных работ зимой, когда асфальт кладут на снег или лед. Я был удивлен тому, что асфальт просто накидали в лужи. Я поехал с утра, было накидано в лужи, а возвращался буквально, может быть, через пару часов себе домой, обратно по дороге. Обратил внимание, что уже вот этот вот асфальт, он уже валялся вокруг в виде крошек. Качество ямочного ремонта можно оценить самому. Все заплатки стираются одним легким движением. Да и дорога принимает свой первоначальный вид. А ремонтировать автомобиль после поездок по такой нужно. Я самостоятельно вот недавно по этой зиме менял на передней подвеске стойки. Стойки стабилизатора и такие вот газовые стойки поставил. Плюс ко всему был случай, как-то повредил диск. Местные жители рассказали, что такой ремонт сделали на всей улице Новой, притом коснулись и улицы Колхозной. Ремонтировали, говорят, точно так же. А это ее собрат, такая же улица Колхозная, но уже в черте города. Проехать здесь на разрешенной в городе скорости 60 км в час невозможно. Обязательно оставишь в яме часть своего автомобиля. И местные жители задают вопрос, стоит ли ежегодно проводить ямочный ремонт, который исчезнет на следующий день, или можно один раз сделать хорошо. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».